И Хантера возьми в Накс. Кстати, так же. Два ДК, встаньте сбоку от босса и притяните мобов. Че, Войт, уже нельзя говорить, или ты злой? Вы босс, понимаю. Ладно. Сведите их теперь. Клипса заберись. Полукругом рассосите. Вот мобов. Блин, а я и БХП скачивал. Люди, извините, я пролетел, походу. Все нормально. Якобы. Поставь под босса мобов, мы их и должны убить. Дошли. Забери Клипса, забери мова. Клипса, ты меня слышишь? Скоро все будет. Окей, слышу. Все, посылайся, ничего закончится. Бейте босса.
Подойди, забери жуков с хилов. Неприятно. Вот то, что он весь рейд подкидывает, вот это неприятно. Хочу, чтобы мне никто не мешал красить хил. Второй саранчи. Видите, но медики там, прожмитесь. Отойдите. А чё, типа, мы блинцы, а? Ну чё, всё кончился, я думаю, всё равно чё, бейте просто. Сразу я утрежусь. Я его рот ебал, сука. О, блин. Пидорас, седьмая неделя, пацаны, седьмая нахуй, я в рот его ебал. Я четвертый месяц без запа вхожу. А я без щита. Прикол в том, что я вам Владу шмотки уступал, и щит ни разу не упал, блядь. Азраил, ты можешь ДД спекнуться. И чё ты танчишь, не пойму. Так, а я сейчас ведь не могу перезайти, или через ЛТФ-4, если что, ничего страшного? Ты этот, перезаходи. Вроде бы ещё будем 3-4... расчистить. Там Максус там хила одевает? Да. Третью сейчас делаем, мы только этот квест только делаем. Дай кому-нибудь там. Макс, таблички высвечиваются у тебя на ЕПГП шмотки, когда разруливаются? Высвечиваются. Я только что скачал, тут какие-то окошки должны открываться, да? Как обычно. Да, будет окошко всплывать. Все, хорошо. Ты закинул уже в папку аддоны? Угу. А в модификациях включил устаревшие? Да, устаревшие, все, галочку проверил. Все, тогда все прекрасно. Ваши дряхлые жизни, ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни о чем. Умереть за господина – величайшая До этого же рыбы не было. Азраил, ты тут? Да.
типа. Или тебе интересно в 6 хилов ходить? Пушка, трэш. Так, я в папку закинул ладони. Что там дальше? Всё? Устаревший экран выбор персонажа. Включить. Привет. Заходи. Где пуха покажется? А мне как, видно сейчас в ладони в этом? Ох, отлично. У кого-то есть офспек? А то что-то смотрю хило. Там... Ребят, тут есть синяя шмотка, 213-я боешка в мобе лежит. Витка, где тотем? Есть? Ой-ой.
Сейчас немножко пару слов скажу после разрола лута. Настя, говори там, что на трэше делать. Идите до паука. Ага. Петфу, аккуратно держите, чтобы трэш лишний загрять. И сразу не пуляйте ДД, чтобы не умереть. Я что, на французском говорю? Я. Oui. Так что ты вот хотел сказать? Хотя не сейчас. Сейчас, подождите. Кому на офспеке нужна шея? Денис, у тебя есть такая? Там Авентор этот спек собирает танк. Если что. Если вообще на расфу кинешь. Максус не собирает, Максусу надо эта шея. Сейчас. На хило, да? На танка шея надо? Да надо, да. Ну так это, не проебывайте. Ну, то есть, если вы не будете свой лут забирать, вам никто его отдавать не будет. Сейчас Агар сагрит, и вы этот... Встаньте все в кучу. Че вы убежали туда? Вы сейчас сдохнете. Я не на французском разговариваю. Ну, вставай, беги, Кореянка. Пока трэш будем чистить. Тут стойте, Азраэл. Сейчас Тагар сагрит. Там сзади трэш идет. Поднимитесь с лестницы. Кто там загрел, может? А Джейля, чего? Ведется наш мод. И офается во время РТ. А есть другая песенка? Это что за уже пластинка там? Ой, я вообще ВКонтакте включил. То... Я могу поискать, но что-то падло. Садитесь, бахайтесь.
Джордж Фокс. Я что? Три. Тут будут... Сейчас вот метки, наверное, поставят. В этих метках, пока видишь, будут кидать в паутину человека. Тебе эту паутинку нужно будет сбить, чтобы человек вышел с нее. Понятно? Да, хорошо. И не только он будет бегать, кто еще там хочет? Рика или я Хантер? Сейчас, внимание. Вас, ты куда? Войда с умонем сейчас. Сумоните. Еще пуха в этом. Войд. Сейчас. Трэш. Сейчас. Я тебе это поставлю этот. А чё, в какой петь? Короче, не знаю, как вы, я пуху не вижу. Хорошо. Где пуха? Дальше где-то. Ну, а, кстати, паутинка с руки сбивается, да? На это. Ну, не с руки, ты будешь кастить. Там надо снести 1020 и сколько? 40 хп. Понял. Ага. Сейчас забафаю вас. Так, это вот метки у нас на танках, я так понимаю, с них. Да, и эрдружки, ваша задача просто в тронении яда кидать. Ну, соответственно, на 30% гера. Я вообще готова. Сюда, чё вы там по лестнице бегаете? Нашли они. Так, а вот эта метка на позиции, это что? Еще раз. Сколько она откидывает? В две стороны. А, понял, всё. А кокона надо разбивать. Я просто ту дальнюю не заметил сразу, как она разница наточится. Сейчас еще этот тотем. Ой, шаманы закинем танку. А вот это вот у них ПГП 100%, 50%. Смотри, 100% ты на мейн берешь, 50% ты берешь на офспек и так далее. Все, готовимся, пуляем. Шамана, не будете закидывать пати к танкам там? Я не могу, у меня нет игры. Ну, соответственно, приоритет тоже ниже. Если ты берешь на успек, то сначала решается, кто на мейн берет, а потом на успек. А начисляется как, за каждого убитого? Ну, в конце это обычно. Метки в эти коконы. Thank you.
Кстати, роги могут скипнуть вот эту паутинку. Так. Ваниш? Ванишем прожать. Перед тем, как она до тебя долетит. Проверено. Ну там надо выбрать буквально вот секунду времени, вообще там решающая. Там 34% там сакра, масакра, не знаю. И устранение яда по КД кидайте на Тагариус. Так, там еще в коконе челики. Сейчас будет летящая паутина, а там проживет все. Все нормально, короче. Паутинку сбили? Да, сбили. У них баг какой-то. Ну там пройдет время, пусть. Явившийся без приглашения обречен. Бесплатно, чисто на трансмут. Этот мерзости. Я бы сказал, на ДЦ вообще класс. Задрулю это на сову или на эрдру? Подожди, я сейчас отниму его почему-то в чате. Это же тренинг, правильно? Это левая рука. А, левая рука. Да, в принципе, на сову. Да я 200. Уже эрдру отдал. Почему-то чат включит. Ну, в общем-то, да, по статам.